Раз в месяц в школе номер 61 проходят дни разных национальных кухонь. Те, кто знаком с немецкой культурой, прекрасно понимают, что самая рождественская кухня именно в Германии. И вот что входит в меню в школе 61 в эти дни, в дни немецкой кухни, мы сейчас спросим у Алены. Алена – это технолог. Алена, расскажи нам, пожалуйста, что входит в меню, что могут попробовать детки? На завтрак наши детки могут попробовать необычный омлет рулетом, горячий бутерброд с ветчиной, сыром и маслом. Также детки могут попробовать апельсиновый сок. Также вместо хлеба сегодня идет необычный брецель с кунжутом. Это большая булочка, которая едят традиционно в Германии. А откуда ты берешь все эти рецепты? Меня вдохновляют наши дети. Они просят какую-то новую кухню. Нам очень нравится, и мы, конечно, желаем, чтобы у нас в дальнейшем такое было. А детки? Как можно чаще. Детям очень нравится. Они едят с огромным удовольствием. Очень понравилось. Так вкусно. Нравятся вот такие вот праздники? Нравится немецкая кухня? Да, очень. А что именно нравится вам? Я не знаю. Мне больше понравились эти рогалики. Нравится? Да, очень понравились. Да, очень. Ну что ж, дети, они никогда не будут обманывать и есть то, что невкусно. Значит, действительно, немецкая кухня пришлась по нравам. Но чтобы точно знать, что же хотят попробовать дети, их мнение всегда учитывается и спрашивается. Для этого даже поставили специальный ящичек. И зачем он, и что в нем такое, что за записочки, мы сейчас спросим у директора школы. Татьяна Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, что в нем лежит? В этом ящичке дети пишут свои пожелания. Иногда присылают нам даже рецепты новых блюд, какие они хотят попробовать. Сегодня мы еще этот ящик не вскрывали, при вас вскроем и посмотрим, что же мы хотим сегодня увидеть. Конечно, я хочу вкусную и здоровую еду, в особенности овсяную кашу с фруктами. Несмотря на то, что до Нового года еще почти 2 недели, в воздухе уже пахнет праздником. Вы чувствуете? Вот такие вот мероприятия в школе помогают его еще немножечко приблизить. Мария Воронова, Игорь Шишилин, новости «Телеобъектив».